Я вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. А зараз увага! Саме в цю мить у вас є можливість виграти два квитки на завтрашній бій між Зауром Байсангуровим та Мішелем Соро. Тож, мерчіть на нашу сторінку у Фейсбук. Завтра на головному каналі країни вечір професійного боксу. Це одна з головних подій в турнірі промоутерської компанії братів Кличків. Чемпіон світу по версії WBO в першій середній вазі Заур Байсангуров вперше захищатиме свій титул. Як проходила підготовка і чого нам чекати від цього бою, дізнаємось просто зараз. І у нас трапилась несподіванка. Ми чекали у гості Заура Байсангурова, але до нас завітав його брат Салам. Доброе утро, Салам. Доброе утро. Что же случилось? Почему Заур к нам не приехал? Сегодня запланировалась процедура взвешивания. И так получилось, что его перенесли. А вот Заура сегодня еще планируется тренировка утренняя, которую не можем отложить. Пришлось мне заменить его. Но мы надеемся, что бой состоится по плану. Бой обязательно должен состояться завтра. Ну, я знаю, что у Заура недавно была травма, да, из-за которой отменили предыдущий бой. Как он сейчас себя чувствует? Да, мы получили при подготовке на предыдущий бой, который не состоялся, с Лукашем, конечно. Травму получили и сейчас хорошо восстановились. Подготовка прошла отлично. И планируем провести хороший бой завтра. Но я знаю, что вы его правая рука, вы сами профессиональный боксер, и вы, в общем-то, следите за всеми шагами вашего брата. Как он готовился к этому бою с Соро? И вообще, как вы оцениваете его как соперника француза? Начальная подготовка у нас проходила как в обычном режиме. На конце второго этапа, на заключительном этапе, к нам подключился один из мастеров, очень хороший, один из перспективных тренеров из США. Он прилетел сюда специально для продолжения подготовки с Зауром. И подготовка закончилась лучше, чем мы ожидали на самом деле. И соперник Мишель Соро из Франции, очень такой молодой, перспективный парень тоже. Но достаточно сильный соперник, да? Достаточно сильный в рейтинге. Он сейчас занимает пятую строчку. Ну, а вообще, у вашего брата потрясающая победная статистика, да? У него было 27 боев, из которых 26 он выиграл. Вот как рождаются победители в боксе? В чем секрет успеха? В первую очередь, это упорство труда. Очень долго, тяжелый труд. Заур сам очень, еще в детстве он очень увлекался спортом, любил уличную драку драться. И дядя увидел эти... То есть уличные драки тоже секрет успеха. Да, очень важный фактор тоже. А кто вообще вдохновляет боксеров на победу, да? То есть люди, чьи слова особенно важные для боксера перед боем? Первое вдохновение – это вера в Бога. Обязательно с его надеждой, что он поможет. И все мы полагаем на него. А есть люди, особенно в вашей жизни, которые вот вам перед боем говорят какие-то слова, которые брата вашего и вас вдохновляют? Таковых нету. Мы друг друга так поддерживаем, говорим необходимые такие настраивающие слова на бой. Но я знаю, что у вас хорошие отношения с братьями Кличко. Они как-то поддерживают вас? Да, приходят иногда. Даже несколько раз сам приходил Виталий Кличко на тренировки и подсказывал такие необходимые моменты для боксера. И плюс он на каждый бой Заура практически присутствует. Сам перед боем советует какие-то необходимые советы дает. Салам, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам приехали, выручили брата. Мы желаем вам победы в очередном бою и до встречи. Спасибо, до свидания.